Так, Toyota 70 с полной подготовкой, в лучшей комплектации. Что, и все? Это только первый участочек, там еще два. Где? Ну, дальше. Ну, поехал. И что, тебе лучше? Ну, это да, это сначала такое лайково. 70-ка. Проверим, как Grand Cherokee едет. После 70-ки. Едет нормально. Так, следующий участочек. Тут пожестче, говорят. Ну там машина серьезная. А что там? А, вокруг дерева типа, да? Вокруг дерева и сюда же выход, да, Леня? Что там за заминка? А вдруг я застряну? Что? Нет? Я не знаю, что они там все делают. Тут такая хорошая эта территория. Да? Да. Довольно-таки налегке, без особого труда. Мы здесь планировали на время. Ага, интересный вариант, да. Эти три колечка на время хотели. Одно место волшебное, и все. Так, третий спецучасток. Тут пожестче. Наверное. Самое классное получается. О-хо-хо-хо! Неожиданный поворот. Все, дела не будет. Глянь, он что-то знал, мне кажется, Андрюха. Вот этот хитрый Леня. Так я тебе скажу, что вот, смотри, глянь. Ага. Глянь. Не, ну да, тут. Нога проваливается, капец вообще. Тут же. Это все херня. А, ты перенес, да? Давайте вот так. Давайте вот так. Так будет то же самое примерно, я думаю. Да сейчас у него блокировки, он выйдет. Вперед, вперед, еще ровно руль вперед. Право. Правее. Да. Все, поехали. Вот так и едь вперед. А, у тебя сзади. Боксом попробовать, если. Ну да, чуть катнуть вперед, чтобы ход был. Вперед пусть даст, а потом назад к коксу.
не включается задняя так просто. Ага. Ему тяжело вот это сделать. Не-не, просто вперед, а потом заднюю включить и стартануть. Пошел, пошел. А что он сделал, сейчас не понятно. Ну что, надо было ровно рулем уехать вперед, а потом назад выехать. Зачем он сюда повернул? Он по спецучастку идет, ты не понимаешь просто. Я уже переехал. Пока едет. Пока да. Он как он, видишь... Приловчился включать. Замылилось. Замылилось. Так, там серьезная машина выехала, блин, ё-моё. А или куда? Да где-то там, наверное, идем. Я слышу по звуку, там что-то происходит. Так, достанете, я вам все сниму и покажу. Так, там топовый внедорожник, слышны звуки его. Сейчас мы быстро попробуем до него доехать. Интересно, где он? Ёханый бабай. Блин, там все летает в багажнике. Неужели? Ага, вот он, вот он, вот он. Вот он едет. Так. Ну что, все те же места. Велопландеры не проехали. Очень уверенно, просто красиво. Просто красиво. Просто красиво. Красавчик. По следам Лапландера, по накопанному. Молодец. А что, Гранд Чероки не проедет там, Андрюх? А если мосты с колесами подкинуть? Там штурман серьезный, видел? Благодаря ему и едет. Да? Да, неплохо, неплохо. Сейчас мы перейдем. Круто идет. Идет.
уже на финишной прямой практически. Все. Так вот. И правда, это круто, подумал я и чихнул. Саня, давай. Соревнование двух систем. Саня, давай. Да? Да. Шо? Пойдешь. А, цеплять? Да подъедем на чем-то. Не, на газике приедем. Там же кузов специально делали, чтобы тебя вынимать. Так уж я туда сверху сяду, да?